Самый северный и круглогодичный нефтяной терминал в мире посетил глава региона Александр Цибульский вместе с руководством компании «Лукойл». Поездка носила ознакомительный характер. Делегация осмотрела производственные объекты Варандейского терминала. Кроме того, в рамках визита на промысел губернатор Ненецкого округа провел личный прием населения. Кадры, снятые с высоты 200 метров, впечатляют. Подумать только, посреди арктических льдов Баренцева моря возвышается 50-метровая конструкция. Когда вертолет приземлился на платформу, делегация, осмотрев сооружение снаружи, отправляется внутрь. Для прибывших проводят обязательный инструктаж по технике безопасности. Требования и нормы, которые применяются к нашей платформе, аналогичны требованиям к морским судам. Значит, при передвижении по платформам просьба держаться за поручни, внимательно по трапам ходить. Стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал появился в водах Баренцева моря в 2008-м. Он состоит из поворотного швартового грузового устройства со стрелой и вертолетной площадкой, а также опорного основания. Как раз в нем расположены все технологические системы, а также жилой модуль на 12 человек. Есть спутниковый телевизор, есть интернет. Профсоюз нам помог. Наш. Ну что тут, в общем-то, для жизни все есть. Стационарный ледостойкий причал – одна из составных частей Варандейского терминала. Он предназначен для отгрузки черного золота на танкеры для последующего экспорта. Нефть сюда поступает с берегового резервуарного парка. Две нитки нефтепровода длиной 22,6 километра, труба диаметром 820 миллиметров поступает. Подходят с южной стороны к платформе и дальше по системе нефтеотгрузки «Смлок» попадают в шланг, который вы можете увидеть, и дальше на танк. Осмотрев отгрузочный причал, делегация держит путь на берег. В 22 километрах от платформы находится основная база Варандейского терминала. Это целый нефтяной городок. Здесь расположены технологический блок, резервуарный парк, коммерческий узел учета нефти, дизельная электростанция и химическая лаборатория. Проверяем товарную нефть на приеме и на отгрузке в соответствии с техническим условием на товарную нефть. Здесь топливо проверяем на хранение и в процессе хранения как количество, так и качество. Кроме, значит, этого сточные воды, очищенные сточные воды. Производственные показатели объекта весьма внушительные. Его проектная мощность – 12 миллионов тонн нефти в год. За время существования терминала, то есть с 2008 года, было отгружено 958 танкеров с черным золотом. Из них только 102 в прошлом году. Это тот проект, которым мы по праву можем гордиться и можем говорить с гордостью, что он реализуется на территории Ненецкого автономного округа. У него есть серьезные, на мой взгляд, перспективы для увеличения перевалки нефти с точки зрения ее объемов. И для этого есть все технические возможности. Я думаю, что перевалка через него будет только нарастать. И, кстати говоря, с учетом той логистики, из которой выстраивается перевалка нефти, о чем мы сегодня поговорили с руководством компании «Лукойл», я думаю, что мы вполне можем предложить для них в дальнейшем использовать наш порт «Индиго», который будет строиться, в том числе для того, чтобы часть перевалки ввести из Мурманска к нашим берегам. Это хороший экономический проект, который может нам дать серьезную добавленную стоимость. Также в рамках рабочей поездки Александр Цибульский встретился с главой семейной родовой общины, которая расположена в 4 километрах от промысла. Анастасия Засухина обратилась к губернатору с просьбой уделить внимание экологической обстановке в районе Варандея. Сразу после встречи глава региона обсудил этот вопрос с руководством компании и порекомендовал недропользователям взять данную проблему на контроль. Алина Волчейская, Александр Дуркин, телеканал «Север», Баренцево море, Ненецкий округ.